Всем привет! И сегодня у нас очередная распаковочка. Вот такой мелкий пакетик, но достаточно увесистый. Шел он обычной почтой, без всяких отслеживаний, хотя трек-номер есть. Но мне продавец его не сообщил, и эта посылочка не отслеживалась. Опа! Все, пусто. И здесь у нас вот таких должно быть 10 штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да, 10 штук. Это подставочки для телефона. Беленькая только одна. Тоже красивая. Ну, в принципе, они все нормальные. А что это такое? Ну, как вы, наверное, уже поняли из названия и ролика, и здесь. Это у нас подставка для телефона. У меня в одном ролике мелькала такая подставочка. Она нам очень тогда понравилась. И Ольга такую захотела, да и я захотел. В общем, мы все такие подставочки захотели. И вот я их нашел и заказал. Что она дает? Вот так можно ее приклеить. Тут у нас двухсторонний скотч. Сейчас мы и приклеим. Вот так делается. Какую сторону, не важно. Как-нибудь вот так. Вот вы приклеили. И теперь, когда смотрите кино или еще что-то, нажимаете по центру. Она делается вот так. И вот вы ставите. И телефончик стоит. Очень даже удобно. Причем это не только для телефона, но и для планшета можно использовать. Да, для чего угодно, в принципе. Абсолютно для любых вещей. Хоть для фонарика какого-нибудь. Ну, я не знаю. Ну, фантазия-то богатая у нас. Поэтому проблем с фантазией, я думаю, не будет. И вот так плоско она опять убирается. Вот такая вот распаковочка. Куплены за 2,29. Добирались. Ну, где-то около месяца. Точно не смотрел. Такая безделюшка. Классная, но... Да, классная. Классная, удобная штучка. Все, всем пока. До новых встреч. Ссылочка в описании.